patience. Okay, no, я себя переведу именно непосредственно, как вопрос звучит. Она спрашивает, или он спрашивает, каким образом выглядит твоя недельная занятость или недельный образ жизни? Ну, обычная неделя, то есть, вот, и потом он спрашивает, или она, и ты постоянно голодаешь и постоянно депривируешь сон, или ты только этим занимаешься иногда? Вот так вот у меня расписан график. Okay, so what I'm showing now is my schedule for a week or for a month. Марафоны, консультации и там марафоны, консультации, встречи очень много у меня общения и у меня практически нет свободного времени, чтобы там ну, чтобы что-то делать такое, что мне неприятно или не хочется. Okay, so she says I'm very busy with different meeting people, like communicating with people. I have lots of communication with people. I have consultations that I provide for people. I lead what's called marathons, which is like courses or workshops of this lifestyle. And practically speaking, I don't have any free time to do something that I wouldn't like to do. Я не голодаю, просто я выбираю другой образ жизни. И на сегодняшний день в моем образе жизни нет еды, она мне неинтересна. Okay, and I'm not fasting. I'm just choosing a different lifestyle without food. And for now, I don't have any food in my life, because I'm not interested in that. Вот, и там вторая часть вопроса про депривацию сна. Депривируешь ли ты постоянно или иногда? Как это происходит в твоем случае? Это как мой организм будет действовать. Но я сплю очень мало, и бывает, что не сплю 4, 5, максимум 10 дней. Бывает, что сплю, например, 2 часа, но это не сразу 2 часа, как правило, а минут по 20, по 30 в течение дня или в течение 2 дней. Yeah, so in terms of sleep deprivation, I listen to my body, but in general, I sleep very little. For example, I might not sleep up to 10 days. And when I do sleep, it might be 2 hours. Those 2 hours are usually not in sequence, not like without stopping 2 hours in one piece. But примерно по 20 минут, да? По 20, да, по 20, по 40 максимум. Что ты говоришь? Не проваливаюсь в глубокий сон. У меня всегда только поверхностный. Okay. So I divide it into chunks of like 20 minutes, 40 minutes, in order not to sink into deep sleep. So my sleep is pretty shallow anyway.